Всем привет, с вами Фрал. И сегодня будем продолжать проходить, играть и так далее в Stick Ranger. Да. Сегодня прямо под утро мы начинаем. И да, в комментариях мне написали, что типа... Да, ты никогда не пойдешь в этот замок с такой командой и все такое. Там, да, тебе надо прокачаться там, до 77 уровня, там, найдите так-то, так-то. Я воспринял все это как вызов, воспринял. Да, воспринял, да. И в итоге прошел этого босса по-своему. Да, я его прошел. И сейчас вы увидите фрагмент этого моего прохождения, так сказать, полного боя. Так сказать, не используя, так сказать, ничего из всего того, что мне предложено было в комментариях, так сказать. Прошел еще на 69 уровне. Да, на видео вы увидите, что он будет 75 уровня, однако... Там будут не использованы 12 очков навыков. Следовательно, это 6 уровней. 75 минус 6, 69. Следовательно, чисто технически мы проходили этого босса в 69 уровне проходили. Потому что мы не воспользовались этими очками навыками, полученными за все эти 6 уровней. Ну что ж. К сожалению, это видео будет без звука. Я это озвучивать не буду вообще никак. Так что всем приятного просмотра. И после этой битвы мы продолжим. Ну, вот мы продолжаем, да. Тебе можно рассказать, что произошло вне видео. Вне видео я прокачался, как вы видите, на целых 6 уни до 75 уни. Насобирал кучу такого барахла, да, как вы видите. Реально очень много барахла, да. Только что вы видели, должны были вы видеть битву с боссом этим. Сказать, выкусите все самое, вот так этот босс правильно проходится, без всяких там невероятно сложных этих там махинаций там. Вообще прокачка особо сильно не нужна была. Я боюсь представить, насколько сильно бы было бы легче проходить, если бы я потратил эти вот 12 очков навыков. А, кстати, давайте потратим все эти очки навыков. Гладиатор. Все в здоровье, просто все. 1036 здоровья. Маг. Ловкость. По-моему, 75-го ловкость, даже 75-го. Остановим все в магию пока что. Здесь. Силу давайте покачаем, просто по полной. Чтобы он так далеко стрелял, чтобы ему даже никуда ходить не пришлось. Тебе. 6 раз силу. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Из-за чего урон намного выше стал. 6 раз ловкость. Из-за чего он стал стрелять немножечко быстрее, да, там совсем каплюшечку быстрее, да. Но это из-за того, что как ему такое орудие. Да, я насобирал кучу таких карточек, как вы видите, у меня просто весь инвентарь просто во всех этих камнях каких-то там, да. И сейчас мы идем проходить Snowfield.
7. Вообще я могу просто это пустить с легкостью, как стрельбу. Все это легко проходит. Вы наверняка сами заметили, что все легко, это просто уничтожает все. По крайней мере, на данном этапе, как я развился, так сказать. По сути, мне надо лишь взять одно. Это пойти к боссу, уничтожить босса. И закончить на этом уровень. Все. Эта серия должна быть большая, потому что, так сказать, как бы возмещение за предыдущуюся, это ж предыдущая, это позор полнейший, да. Я сильно извиняюсь, что она такая вот, казалось бы, она почти полчаса длилась, но в ней почти ничего не было толком. Да, мы еще невероятно супер богатые, теперь 125 тысяч. Однако эти деньги могут просто мгновенно улететь на воскрешение моих солдат. Сразу же к боссу, и вы сейчас... Просто посмотрим, как же это будет весело. Надо лишь, чтобы одно... Надо забрать лучника, добавить. Где он? Я его взял уже вообще. Мне надо взять лучника. Где он? Это мечник. Вот лучник. И отвлекать босса лучника, потому что лучник здесь особо сильно ничего не делает. Абсолютно ничего, я сказал даже. Отвлекать выстрелы босса, так сказать, на лучника. Так, лучник погиб. Воскрешать его не буду, к сожалению. Я уже собирался его воскресить, но увидел цену, такой подумал, решил, что это слишком нерационально это денег. Однако это очень рационально сейчас было, потому что... Мне кажется, вы сами понимаете, почему рационально это денег на данный момент, да? Потому что я бы его воскресил и дальше бы отвлекал бы на него. Так, СП у нас нету этого воина, и теперь... Да они и без воина невероятно мощные, такс. Они же успевают уходить от выстрелов, надеюсь. Да, успевают. Где выстрел? Я не вижу следующего выстрела. Они такие незаметные, когда находятся в нем именно. Понятное дело, что в этот мы пройдем. Предыдущая серия он нас унизил, теперь мы его унизим, да? Глаз за глаз, чувак. Из-за тебя после серии вышел неполноценный. Ты понимаешь это? Все, выжигай его молнией и заканчиваем это. Бау! Да, это было больно. Получить с него целую 1000 монет. И теперь мы идем на Snowfield 8. Немножко попроходить и выбить себе целых 2 орудия. На лучника желательно выбить оружие. И на воина. Наконец-таки мы сможем получить, знаете что? Мне кажется... А, это здесь не посмотреть. Мне кажется, так все знают, что это. Ну, как минимум тот комментатор, что это здесь... Который не написал, где это находить, но я сам посмотрю, где найти это. Это... Наконец-таки улучшенная версия лазерного меча Lightsaber 6. Либо же лазерная, так сказать, меч. Потому что до этого мы играли вообще вот этим мечом. Мы все это время проходили до этого Lightsaber. Смотри, какой он мощный. Урон молнии 1.14, а тут 1.45. В 3 раза сильнее, по сути. 15.20, 20.25. Ну, сами понимаете, это очень мощно. У нас даже все заготовлено уже. Вот эти вот камень, сильвер и топаз 5, а не 4, как мне советовали в комментариях. Что же у нас тут будет интересное? Мы здесь впервые. Мне не нравится эта волна, которая идет у нас. Знаете ли, она не такая уж и больная, что ли? Ё-моё. Так, мне кажется, огнем его не поймет, просто пойдем пулемет. Наш дробовикомет наш, так сказать. Великий дробовик. Мне кажется, дробовикометом куда лучше все происходит. Ну-ка. Та-т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 а. Ну, вы, кажется, понимаете, почему игра для меня сильно изменилась в один момент, потому что мы начали использовать дробовикомет вот этот. Который просто уничтожает. К сожалению, он умер, поэтому мы. Погоди, это тот самый меч? Это тот самый меч, нет? Это ты? Нет, не ты? Это он. Lightsaber 6. Да, мне тот каменный меч, который, видите, там валяется, я выкинул. Мне он нужен был, чтобы фармить... Это... Вот гору вторую, чтобы получить себе
Вот у Рубины пятого уровня, потому что мне поставили четвертого, а я вот решил пятого, вот такой вот наглец, да? Ну что ж, наконец-то. Опа. Пятый табас. И кристалл защиты. Сильный кристалл 4. Теперь он должен быть просто невероятно мощным. Просто невероятно мощным, да? Так. Вообще у меня слишком много всякого мусора. Давайте, например, вот четвертый камни какие-нибудь попродаем. Вот этот, вот этот, вот. Да, это мне тоже, конечно, не пригодится. Вообще, мне даже много оружия, конечно, не пригодится, но пока что с этим пойдем. Теперь давайте уничтожим боссов, пытаемся. То есть сразу же к боссу пойдем. Почему бы и нет, да? О, тут такие штуки, давайте. Да, пока мы это делаем, всех наших убивает, но мы... Мы так справимся, да? Что это такое выпало, интересно? Ice Orb 6. Атака 0. Круто. Это очень мощное орудие по-любому, да? А, идем дальше. Посмотрим потом. Так далеко, поэтому сразу к боссу. Босс у нас... Босса мы будем убивать с помощью нашего пулеметчика. Ну-ка, мечник, к бою. Нашего стрелка убили, да? Я понял. Так, я все понял. Все понял. Сказать, босс понят. Нужно просто... Просто. Очень быстро его убить. Иначе он убьет нас. Логично, да? Сразу же хватаем стрелка и сразу же просто к боссу. И сразу же надо кого... Напаять его на одного из этих боссов и уничтожать. Просто... Просто забыв обо всем этом, забыв, так. Так. Лечение. Ладно. Настреливай, настреливай. На-н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 а. Все, победа. Они что, бесконечные? Они бесконечные. Ходим. Хотя нет, я видел, там они исчезали уже. Погодите-ка. Так мне надо достать, там лук достать надо. Возвращаемся тогда. Вопрос в том, с кого он упадает. С вот этих вот столбов или же с босса? Да, круто было бы, если упадал с этих столбов, однако не факт, да? Это здесь у нас уже проблематичное место для нашего мечника, потому что здесь вот, все такие вот молниеносность какие-то, которые молниями атакуют и совсем на стрелок подвигаться, да? Так что он его сдул. Кучу лечения мы получили. Вот, тут целых три столба. Надеемся, что выпадает с них это оружие. Однако, скорее всего, мы без него можем... А, нет, не с них. С босса, да? Значит. Потому что с них попадает у нас уже вот этот, я вижу. Сферы эти. Давайте босс тогда, однако сейчас мы умрем. А потом выходим, лечимся. Кстати, да, меч вот этот лазерный подаем сразу же, вот этот подаем, подаем. Вот эти повторки подаем сразу же. У нас совсем много денег, это совсем с ума сошли. Будет прикол, если оно упадает вообще не с босса. Давай, выгрызай босса, сразу выгрызай. Одного пока. Стреляй нормально. Так, все уже очень плохо. Мне либо кажется, либо... Нет, мне не кажется. Какой-то он... Вот этот новый лазерный меч какой-то... Слабый, что ли? Посох? Погоди, чё? Как у тебя радиус атаки? Не, он все равно замечает его. Не достаточно сильно мы прокачали мой результат.
кого выпадает это оружие тогда? Может, нам вообще не нужно это оружие? Действительно. Это самое гениальное решение за всю историю, да? Тогда, давайте тогда проверим вот эту штуку. Что это такое вообще? Это что еще за взрывы такие ледяные? Ничего себе, это он сферу пускает такую? Понятия не имею, насколько она мощная, потому что... Тогда, может быть, этих мелких, вроде вот молниеносных, которые... Она упадает. Но с кого тогда еще она может упасть? Конечно, может быть, из босса, наверное, упадает, но... Как-то странно все выглядит, то, что из босса с два оружия упадает. Возвращаемся обратно сюда. А, нам еще напал меч. В смысле, еще и меч упал. Он нам тоже упадает? Знаете что, я возьму и сделаю вот так. Ледяной замок вообще здесь только. Ничего себе, я его уже прошел, да? Так. Снорфилд 8. 59 тысяч. Не, а локалские пасти в столбов попадают. А. Пару лазерган. Лайтсабр, пауэрчакрам. Ничего себе, тут с них всего попадает. Интересненького. Да, сфера прикольная, но не то чтобы. Давайте, вперед. Кто сказал вперед? Я сказал вперед, да? Вообще проще было просто сразу же пойти на место, где их сразу три. А, у него даже здоровье отображается, когда информация. У него 15 тысяч здоровья, да? Мощно. Сейчас его молния придет, да? Все, уходим отсюда, просто и все. У них даже здоровье показывается, как не вот его. Прикольно. Просто сразу же в том месте, где есть три столба сразу же. Вот она. Удачненько, да? По-моему, здесь, да? Можно. Это одного, так, на вот Power Razer Gun. Не то. Не думаю, что это хоть какое-то сравнение пойдет с тем, что у нас есть сейчас. Поэтому откажусь вежливо от него. Я получу это орудие и уйду отсюда. Чего мне это не стоило, да? Вы понимаете, у них 15 тысяч здоровья. Его просто защитное мгновение не сажает за здоровье все. Неважно, просто подойдем. Знаете что, мне кажется, уже много чего здесь не нужно. Это, вот это и вот это. Да вот так я просто взял и избавился от всего своего оружия старого. От вас требуется лишь одна вещь, и вы даже этого сделать не можете, дать нам этот клуб. Да уж, вот это наглость. С моей стороны, да? Вот так вот делать просто. Растягивать видео благодаря в этому моменту. Моменту фарма, да? Никто не мешает вам просто промотать, так сказать, да? И еще я думаю, что все-таки мечнику надо хоть немножечко магию прокачать.
Вот до туда этого дерева я уже вижу его, так сказать. Которого мне говоришь, типа, можно сбросить характеристики, да? И все здоровье-то надо вложить. Я возьму и вложу немножечко в магии дополнительно, так сказать. А сейчас у меня здоровье. Да. А вот и лук, все, отлично. Лук у нас есть. Double Flame 6. Двойной поджог, огонь. Давайте сразу же вот. Плюс 6 стрел. Дополнительный огонь. Да, именно для него это будут все эти камни. Все. Куда-куда-куда? Не-не-не, больше ничего не надо. Теперь мы, давайте, проходим дальше. Снопил 9. Как же много стрел. Как же много пуль эти чуваки пускают. Нам все равно, мы слишком с ней подготовили. Это что, новооружие только? Погоди, Wave Cannon? Волновая пушка? Сквозь стены стреляет. Прикол. Идем дальше. Ну, с этим пулеметом, мне кажется, ничего не сравнится пока. Мишень должен идти впереди, это уже понятно, да? Это уже там просто невероятный обстрел. Мучитель тоже наш огромный урон, благодаря своим поджогам, наверное, да? Да, лучше мечник в этой луже пока что сидит, потому что он поднимется, будет все очень-очень плохо, да? Потому что эти боги такие особенные, что стреляют только по прямой, да? Довольно больно стреляют, причем. Я бы сказал, невероятно больно, да? Ну, это, скорее всего, благодаря их количеству, не более. Как же у них мало денег? Ну, как там дальше? О, новые враги, летающие. Однако, знаете что, я лучше воскрешу своего стрелка вот таким вот образом, да? И мы сразу же пойдем к этому месту сразу же. И уничтожим всех снова тут, да? Знаете, вот этот огонь очень прикольный, так он зависает именно на месте, где я его произошел, а не падает вниз, как это в других было огни, да? Поэтому он очень полезен. Очень полезен с количеством стилов, которые у него есть. Четверная стил. Стальная стила. Или стил. Да, стил — это сталь. А айрон — железо. Какой у него урон огромный, ну-ка. Да, он огромный, но огонь повеселее выйдет. Да сколько там стрел добавляет? 36 стрел, да? Казалось бы, у нас новая версия этого лазерного меча. И она какая-то фиговая, что ли? Не, серьезно. Просто так серьезно. Всех уничтожает. Ну, босс, знаете что, я просто пройду дальше. Потому что там очень много этих капсулей вообще учёл. Кто это? Давайте к нему поспоём, к нему и всё. Босс такого я точно не ожидал, что его просто так вынес, не знаю кого. За мгновение ока, да? С его попрыгунчиками этими, да? Карта. У нас там... Хэл 1, ад 1, не, ну ад 1 уже это на следующий день уже оставляется, все. Так, а сейчас мы идем бич 4, пляж 4, посмотрим, что у нас здесь. Плавающие котики, все, это что такое? Это что за обстрел такой, вы чё? А, они атакуют, только в момент, когда загораются, по-моему, да? Они типа взрывают, типа это... Я вспоминаю босс, который так делал. Он очень огромный, если это делал. Выглядит эффектно, очень эффектно. Однако бесполезно, да? А, когда они загораются, они соприкосновением атакуют, они именно взрывом своим, да? Тогда это не очень приятно уже. Однако даже без моего управления они справляются. Такой он стрелка. Дальше. Это что такое еще?
это, гладиатор танкуй как хочешь просто, вот, но главное танкуй, да? У тебя теперь так много здоровья, что любой обзавидится, 1036, так, стрелка убили, все, операция отменяется, да? Не, серьезно, да? Уже нечего делать без стрелка, нечего. Если пацан справится вообще или не справится, лечение наподобало. Увеличение упадает еще. Не, знаете, все равно. Нет. Ни капельки не слабый этот меч. Он очень даже сильный. Не убегай, котик. Что у нас дальше? Дальше у нас последний уровень и босс. Поэтому давайте лечимся. Подаем, пока что ничего не подаем. Так, тебе давайте здоровье добавляем. Магу. Магию. Лучнику силу, чтобы он еще дальше стрелял, ну как обычно. Стрелку, сила и ловкость. И теперь мы просто идем в наглую самую последнюю локацию. Что у нас тут? Просто огромный кот. О боже мой, а что так много этих штук? Что происходит просто? Слишком много они накидывают этих самых. Лучник, есть шанс, интересно? Но если так и будут все время в землю падать, то, конечно, шанс у него есть. А так он как-то... Не, неплохо, неплохо он отстреливает. Однако с боссом уже другое дело, да? Поесть и настреливать, давай. Либо это самый увлекательный геймплей за все время, которое я видел, либо что. Серьезно, это босс настолько далекой локации такой великий. К сожалению, мне жалко денег, чтобы кого-то воскрешать пока что, поэтому... Да по-любому когда-нибудь я эти деньги потрачу. А еще... Поэтому просто ждем, да? Можно пока еще немного поговорить о том, например, как же круто я уничтожил этого босса из замка ледяного в соло, да? Одним стрелком. Я понимаю, у этого босса проблема не сам босс, а проблема вот его боеспешники были. Вряд ли такой будет. Дальше так получится. И... Нет. Этот пулеметчик и сейчас очень хорошо наваливал боссу. Просто я не знал, что он так накидывает босс. Лучник просто вместе закидывали его огненными стрелами. Под водой причем, ну. Поджигающими, да? Да, если бы такой нибудь подал вниз бы, то он бы сейчас вообще был бесполезен был бы. А так он сейчас накидывает. Босс вообще... На позитиве такой. Ну все нормально. Тебе все нормально? Нормально. Нормально? Нормально. Ему вообще все норм, да? Он чистый сам, на твоей волне. Эти стрелы настолько слабо по единичке его бьют, что он даже не реагирует на них. Чисто поплавает туда-сюда куда-нибудь, да? Такой, о, что это такое щекочет такое, да? А, это вы, мистер Лучник, продолжайте, мне приятно очень, да. Очень круто, да. Что вы очень милы со стороны, что вы решили пойти ко мне в гости. У меня совсем не будет гостей. Это... Есть какие-то молниеносные гости, но они очень молниеносно уходят от меня. Нет. Такой, оно не очень неприятно, и спрошу спасибо, что вы избавились от них. Что вы показали этим гостям, где тут дверь, куда можно уйти и подальше отсюда, да. А то не знаю, не умеет пользоваться табличками для перехода на следующую локацию. Очень была благодарен, но, к сожалению, вы с этого уровня не уйдете, потому что я специально сейчас вот плаваю около этой таблички, чтобы все закрыть своими черными пятнами, чтобы не успели выйти. Так, все, сходим потихонечку. Опа, вот так вот. Выходи. Какой-то лес там еще пошел, да? Не, ну сегодня будет долго, мы еще и лес пройдем, это давайте. Да прям до дерева, да? Это подать, подать, подать и подать.
вперед. Лес, три. Третий лес. Да, третий лес. Это давно леса не было. Лес был вообще сам начать игры, да? Вперед. Так, земля тебе пухом, маг. Так. Их просто слишком много. Лучник опять решает себя после этого, мне кажется, да? Ну-ка. Опять эти чуваки, которые... До этого босс был накидывающий, а теперь вот этот... враги накидывающие, да? Там это камень пол силы. Забираем камень силы и сваливаем. Шестой камень силы. Что там дальше? Что вы умеете? Больно вы умеете все. Ну-ка, что дальше? Дальше game over. Так, еще мне началось казаться сейчас, что я слишком тихо говорил все это время, и вы меня почти не слышали все это время, оказывается. Так, поэтому я пытаюсь говорить погромче немножечко. Так, сейчас мы сразу же пойдем в лес и сразу же направимся в наглую к боссу. То есть почему бы и нет? Мы же умеем, мы же не боимся никого. Что это такое? Ё-моё. Так, он атакует только этими штуками, я понял. Поэтому находиться рядом с ним вообще не проблема. Нет, проблема. Проблема тебе в том, то, что эти штуки, они просто очень долго находятся. Погиб тут. А он погиб все-таки? Ничего себе. Я даже не понял, как он погиб. Давайте, наша супер-мега-тактика. Сказать, соло-стрелок называется тактика, да? Такс. Стрелок уже погиб, поэтому уходим, да? Неожиданно. Где стрелок? Да что это только что было такое? Он специально вот такую перегородку, там вот такой порожек, чтобы я споткнулся в него. Мне лишнего не нужен, такс. А, он уже настреливает там, да? Давай в соло просто, давай накидываем его. Не давай соло, я, поэтому давайте пока что... Мечником давайте. Мечник тоже очень хорошо палять уже. Еще я вижу одну большую проблему, то что мы не можем еще сделать с этим чуваком. Летающим, да. Ну как так-то? Ну что это такое? Ну почему все так, да? Почему все происходит непонятно как? Мы пройдем в этот лес, да? Или я не я, да? Так, стрелок у нас решил сразу уже просто погибнуть от уже. Так. Полечись немножечко, однако тебе это ничего не даст, к сожалению. Главное, чтобы он не скакал на месте, вот этот стрелок, и... Я испугался, что стрелка, оказывается, добили мага, оказывается. Для безопасности вообще стоило бы кого-нибудь воскресить в этот момент, да? Я хочу это взять. Ладно, я терпеливый. Да и видите, я, в принципе, долгая. Поэтому мы терпеливо ждем, когда это облако рассеет. И туман тут самый болотный, да? Что это такое вообще? Пусть оно кольцо, то есть здоровье. Да, серьезно, ради этого я что-то делал. Лес 4. Куда? Я не воскресил никого. Вообще бесполезная карта, сами понимаете, что у меня нет ни одного. Видимо, это что-то очень опасное, невероятно опасное. Ага, ну... Погоди. Он что, делает армию мелких? Серьезно? Так, ему надо очень быстро убить, поэтому, да, чтобы он много их не сделал, да? Или они что, там тоже делают новых мелких? Или что они там делают? Почему они не заканчиваются? Это какой-то босс такой еще не уже, который разделяется на много мелких боссов. Кого-то не напоминает, да?
Только никакого босса, к сожалению. Сейчас двое. Не двое, а сразу целая армия, да? А, они еще стреляются? Ясно. Так, гладиатору больно. А, следующая комната боссов, да? Понял. Экс. Поэтому надо попробовать что-нибудь сделать другое. Поэтому мы возьмем вот это в руки и... Что-нибудь из этого должно выйти, да? Надо только, чтобы стыл, самое, гладиатор был в этом, в эпицентре боя, а не стрелок. Стрелок и самый, этому, и маг, да, это основные сейчас дамагеры здесь, чтобы в толпе. Убил эту толпу, чтобы получить кучу лечения, потому что у меня немножко пострадали некоторые. Так, теперь давайте потихонечку здесь будем избирать эту толпу. Ну, конечно, если сможем. Возможно, мы не сможем, да, сейчас разобрать ее. Потому что там реально слишком много. Однако огонь и в этом молнии, это идеально сейчас. Ну, сейчас нашего гладиатора убивает, мы умираем. И не успел вытащить его, все, конец. Хотя бы деньги забрал, да? Знаете, как поглядишь, что там у босса. У босса там просто одна огромная эта штука. Я уже боюсь, сейчас будет просто целая толпа этих врагов, да? Так, давайте попробуем одеть сразу же дробовик, на всякий случай. Сразу же давайте идем к боссу и начинаем сражение. Так, я все понял. Так, все ясно. Босс у нас какой-то невероятно жесткий. Тут. Так, а, они отравляют. То есть... Я один чуть не понимаю, как они работают вообще. Когда их бьешь, их становится больше, да? Или что? Но босс... У босса очень много жизни осталось, поэтому не вариант. Надо как-то по-другому. Как-то по-другому надо. Так, когда его бьешь, начинается дичь, поэтому... Так, ну, давайте как-нибудь аккуратненько начнем. Главное, чтобы стрелок жил как можно дольше, чтобы выжигать всех. Так, гладиатор помер, поэтому нам конец, да? Сколько жизни у босса осталось? У босса жизни осталось очень много, поэтому... Понятия не имею, как его побежать вообще. А чем его побеждать? Просто они лезут, как не знаю кто. И куда целая толпа становится из одного. Да, это самый проблематичный босс. А, еще мелкие стреляют. Мелкие носят обычно, он носит. Game over. Так, я кое о чем подумал, кое о чем. Самая глупая идея в моей жизни, да? Сюда, сюда, сюда. Да, ракетница, вы все правильно поняли, ракетница. Волновая ракетница, причем, да? Ну, единственное, что я могу сказать, наверное, сейчас, это то, что... Жду совета, как это проходить у вас в комментариях, жду. Предполагаю, что, возможно, мне для этого может пригодиться вот эта штука может пригодиться. Желательно прокачанная. Чтобы наносить ему просто гигантский урон за разовый урон, чтобы он много не спавнил врагов. А сейчас у вас... Что он сейчас? А, сохранение записи, да?
Во-первых, я продам вот это кольцо. Все, больше ничего не продам. И знаете, куда мы сейчас отправляемся? Мы отправляемся к завершению нашей серии. Это мы Mountain Top. На этом я хотел закончить серию. Время босс раша. Последнего на эту серию. События в этой серии. Место, где боссы разрывают на части. Время мстить пришло, так сказать, да? Мы справимся. Великий босс Раш. Эй, ты иди сюда. Я тебя просто сотру с лица земли, да? Короче, просто делаем так. Все, нет никого. Так, я не постесняюсь воспользоваться здесь своими деньгами, чтобы пройти это место. Чтобы понесли кас воскреснуть. Так сказать. Так, босс, который меня взбесил. Воскрешение. Так, место, которое нас убивало, да, обычно. Мне воскресить нашего стрелка. Я великую атаку в спину, да? Это уничтожил, это уничтожил. Так, подлечили. Подлечили. Да, стрелка лечим, остальных всех нас плевать, да? Да, вообще печально, что нас всех остальных плевать, но неважно. Так, стоп, это босс, говорю, призыватель. Надо не выливать срочно. Мы пройдем этот босс раш сегодня. Да, я понимаю, что проще было, наверное, сжечь его, хотя... Ага, нет, все идеально. Что дальше? Game over, серьезно? Что не так с этим босс рашем? Там точно все те боссы, которых мы проходили, да? Надеюсь, что точно, да? Просто комментаторы ничего не пишут по поводу того, как проходить на место. Причем они совсем ничего не пишут, вообще. Просто сам не знаю, как это пойти. Может, пойти как дурак это пойти? А на самом деле это надо проходить вообще. В конце игры. Сейчас там вообще все боссы будут там дальше. Неожиданно тогда. Так, стрелок наш главный козырь. Вот он. Единственное, что мы сказали, что стрелок наш главный козырь. После этого у меня было что-то невероятное было. А знаете что? Лучше бы я не убивал этого босса, чтобы подлечиться от него, от его приспешников можно было. Так, сейчас будет место, где нас убили. Да? Я прав? Я же нажал воскрешение, почему он никто не воскрес? Я пройду этот босс раш в этой серии. И ничто мне не помешает. Меня ничто не остановит здесь. Так. Короче, первым в бой должен идти гладиатор.
чтобы он, так сказать, танчил. А целок должен быстро подоспевать, не убивать его быстренько. Да, в моих мечтах это он быстренько подоспевает. А так нет. Совсем не быстренько, да? Все, отправились. Так, здесь. Начнем, давайте убьем этого босса. Теперь будем убивать этих мелких. Лечиться от них. Убиваем их, полечись от них. Что-то не вижу, да? Сейчас будет самый сложный момент. Так, кто здесь отравляет? Я не могу понять. Кто здесь отравляет? Начинает понять это. Просто дивитесь до конца. Что мы сейчас дивитесь. Давай, лучший стрелок. Твори. Все, что ты умеешь лучше всего убивать. Я тут накидали. Так, что у нас по НДПДАВ? Ничего интересного. Хотя, да, шанс атака плюс 250. Next. Что дальше? Я боюсь. Понял. Понял, уничтожил, да? Сейчас умирать вообще нельзя, потому что мы слишком много потратили. Срочно, в бой. Если мы слишком долго их убивать, то они сейчас просто туда скидают все, целую кучу всего. Не позевал момент, чуть не позевал. Босс? В смысле босс? Какой еще босс? Босс? Серьезно, босс? Давай, стрелок, убивай просто, просто убивай их, как хочешь, просто. Это конец. Вся надежда на тебя, давай. Давай же, и... Мы прошли этот босс раш. Босс раш, великий босс раш пройден. Это было сложно, честно. Мы потратили просто все наши 600 тысяч денег, монет. Ладно, на карту. Мы прошли Mountain Boss Rush. О, да. И дало нам это абсолютно ничего. Или же, может быть, что-то открылось новое? А я так надеялся, да, что здесь в магазине, к примеру, самое. Можно будет купить какие-нибудь, типа, камни посильнее, да? Вот где все мощные камни? Почему только первый уровень можно купить? Может, какое-то новое оружие появилось? Так, я вот вижу уже новое. Лава? Интересно. А, вебкан. Да, видимо, скорее всего, у нас уже было все это открыто еще до битвы с боссом. Ясно. Я подам этот спид, потому что я не пользуюсь ими основным вообще. Ну что ж, это была великая битва. Да. Мы были несколько раз в отчаянии полном, да, вот это вот. Просто полное отчаяние. Вот именно ядовитые враги, это просто кошмар. Они просто кидают яд и все, и им все равно эту броню, этот кристалл, эту защиту. Они просто всех выжигают этим ядом, да. Думаю, на этом эта великая серия подходит к концу. Я надеюсь, так сказать, отплатился, так сказать, за предыдущую серию, то, что в предыдущей серии было всего мало, здесь всего прям очень много.
А то бы скоро так скоро началось быть. Почему по Террарии, по Clash of Clans выходят огромные серии, а по Стигранджеру нет? Да, однако есть одно но. Из больших серий по Стигранджеру он быстрее закончится. Следовательно, да, мы быстрее пройдем вас из больших серий. Следующая серия, я подготовлюсь немножечко, потому что вот этот лес. И да, если кто-то сейчас все еще здесь находится, то, пожалуйста, напишите, что с этим лесом четвертым делать-то, с этим врагом, который постоянно делится на много маленьких врагов, которые тоже делятся на еще меньше врагов. Ну что ж, на этом я заканчиваю эту серию. Сказать, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока. До встречи в следующих сериях.